Наверное, нет. Поэтому... А, нет, хотя видно. Короче, вот так камеру сделаю. Джессика, блин! Вот. Итак, всем привет. Сегодня я снимаю... Попробую не забивать челлендж. Джесси, блин, камер портит меня. Так. Я приготовила что? Я приготовила конфету вафельную, Джек. Думаю, все вы ее знаете. Печенюхи. Печенюхи. Такие вот печенюхи. Три. Вот-вот, Джесс. Мед. Липовый. Вкусный очень. Который липнет к рукам. Ложку для меда. Я ее тоже съем в конце видео. Пряники. Естественно, я буду есть их не все, но съем. Вот. И воду. Воду я приготовила для того, чтобы она стояла здесь у меня. Я уже хочу запить. Это я, да. Познакомьтесь. Привет. Ну а перед тем, как начать это видео, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Я еще никому не рекламировала колокольчик, ну да ладно. Ну что ж, давайте начнем. Начну я с меда, так как я его первым сюда потащила на этот стол. И все, я сейчас поем его. Блин, у меня от сладкого, мне кажется, уже сводит. Я недавно позавтракала. Джессика, блин! Если что, Джессика, это моя собака. Так, съем чуть-чуть. Чутулю. Фон так капает противно. Вообще, честно признаться, я не любитель меда. Особенно липового. Ой, какой же ты сладкий, ё-моё. И если вот за пряниками вам не видно, но я ем. Стоять. Фу. Водичка моя. А можно я запью? Ладно. Еще чуть-чуть, да, съем? Так уж и быть. Вода. Поставлю ближе. О, у меня, конечно, не так много сладкого, но все же это очень... Этого достаточно. Блин, у меня от меда сладкого вот тут вот все сводит. Когда я хочу запить. Отставляем мед. Мне надо помыть руки, потому что у меня они липкие от меда. Вроде бы ела ложкой. Давайте с печенюхами продолжим. О, господи. Зачем я на это подписалась, я не знаю. А именно, зачем я подписалась на YouTube? Не понимаю. Давайте, чтобы было слаще, и чтобы поскорее закончилось видео, сделаем так. Это мой завтрак. Вместо чая вода. Так будет вкусней. Боже, что с моим плачем?
Вы знаете, я очень долго смотрела видео «Попробуй не запивать челлендж», и я думала, вот прям вот все так плохо, что ли. Теперь я понимаю, почему все так плохо. Если ты не веришь, и если ты еще не пробовал не запивать, обязательно попробуй. Это, кстати, если смешать эти печеньки, вот эти печеньки с медом, получится Орео. Серьезно, с липовым медом. Получится такое Орео, прям Орео. Может, я не такое Орео какое-то ела, но Орео. Остальные печеньки... О, мне слюна вырабатывается. Блин, передо мной еще свеченая вода стоит. Вот эта вода стоит, там еще вода стоит. Блин, вообще окружили меня водой. Хочу всю воду в этом доме купить. Давайте продолжим Джека. Ой, фу, мед. Зачем я ела мед, скажите, пожалуйста. Мне надо помыть руки. О, вода. Как смешно просто вообще. Сейчас ножницы принесу. Так, где они? Так, меня видно или нет? О, меня вполне даже так видно, знаете, и даже пряники видно. Я принесла нож. Испачкала. Божечки мои. Ё-моё. Меня отвлекли от Ютуба. Я хочу запить, я не хочу есть Джек. Это моя нелюбимая конфета. Я не люблю эту конфету. Господи, кто меня просил ее есть? Кто меня просил ее покупать? Меня сейчас тошнит. Либо я запью водой, либо меня сейчас тошнит на пол. Одно из двух. Еще в глаз что-то попало. Давайте я сладкущую Джеку еще медом помажу и закушу это все печенькой. А, у нас еще пряники есть. Можно я съем половину Джека? Можно или нет? Нет? Подписчики, можно я съем половину Джека? Подписчики мне разрешили. Угу. Вы же мне разрешили? Пишите в комментариях, да или нет. Все, я съела половину Джека, я больше не хочу. Я вот что хочу, я пить хочу. Ой, не выливайте, пить хочу. Нет. Вы думали, я сейчас выпью? Я буду держаться до последнего. Меня уже вот так вот руки сводят, вот так вот, на! Самое сладкое в нашем видео – пряники. Я извиняюсь, камера отключила, потому что я уже снимаю 9 минут, наверное. Я не пила. Вот вода, которая тут стояла. Я никуда не отходила. Вот. Вот здесь было столько же воды. Я никуда не ходила. Свеченой воды было тоже столько же. Я ее не пила, тем более мне она не нравится. Вот. Столько же было воды. Не падать. Едим. О, он твердый. Сколько он у нас лежало? Фу, он с корицей. Я
это написано, что он с корицей? Срок придатности 3 месяца. Ну, а здесь написано, что он... Мед. Мед меня теперь преследует. Боже. Я надеюсь, он не липовый. Мед. Бикарбонат натрию. Бикарбонат это из чего лизуны делают? Или это тетраборат натрия? А если тут тетраборат натрия? Чувствую мед и корицу. Это противно, знаете. Сберегайте в сухих, чистых, добре. Да, ага, понятно. То есть надо их хранить не в холодильнике. Потому что в холодильнике сыро, ну как мы на тумбочке. Храните пряники на тумбочке, чтобы они были твердые. Чтобы зуб можно было сломать. А я хочу... Вот смотрите. Пряник. Можно я запью? Прошу вас, подписчики. Ладно, я доем этот пряник несчастный. И запью. Надо было мороженое притащить, чтобы вообще пить не хотелось. Пойду поищу. У меня нет мороженого. И вообще, мне мороженое не нравится. Меня от него тошнит в последнее время. Почему жизнь такая сложная? От любимого мороженого тошнит. Все, я доела. Все, я все съела, почти все. Остался Джек, но я это все не буду есть, потому что у меня во рту уже просто капец. И я сейчас на ваших глазах запью все. Это дело. Ой, она разлилась, капелька. Я никогда столько не пила. Фу. Пожалуйста, не судите меня строго, потому что я первый раз такой челлендж снимаю. И вообще, если хотите продолжение, там с чипсами или с сухариками, я не знаю, с чем хотите, пишите в комментариях. Ой, никогда столько не ела, а хотя ела. Да я еще похуже ела, сладкого. Фу, все. Ой, не зря я здесь на кровати снимаю. Ну а с вами я прощаюсь, с вами была я, Анастасия Кальченко и Анастасия Майер в одном лице. Да. Подписываемся на мой инстаграм, подписываемся на ютуб, подписываемся на мой мьюзикали, подписываемся на квай. Господи, сколько у меня соцсетей, ё-моё. Короче, везде я подписана Анастасия Майер 2017. Все. Единственное, в квай я подписана Анастасия Майер русскими буквами просто. Короче. Всем пока, подписываемся на мой канал, ставим лайки и пишем комментарии, желательно нормальные. Угу, пока.